Кто не помнит, было в двух номерах, огромный материал, там, не знаю, по 3-4 полосы. Вот. И последнее, что я хотел сказать, что я, возможно, один из самых ранних его партнеров среди здесь присутствующих, потому что мы играли в 60-е годы перед СМГУ неоднократно, там и в Блице, серьезные шахматы и так далее, и так далее. А в 67-м году состоялся турнир, я рассказал Боре Полстовскому, но он о нем не знал, может, о нем никто не знает. Среди участников только я здесь присутствую. А турнир был совершенно фантастический. Он был посвящен 50-летию советской власти. Ноябрь 67 года. В нем играл... Этот турнир назывался «Молодых надежд». Но и один не оправдал надежды, остальные все оправдали. Первыми это занял Гулько. И потом, значит, играли Разуваев, Балашов, Зайцев, Злотник и я. Ну, все стали гроссмейстерами. Ну, кроме Злотника, по непонятной причине, потому что он, конечно, играет в гроссмейстер. У меня вооруженная причина, что я поступал в аспирантуру, там, кончил мехмат и так далее. Но фантастический турнир, который я никогда в жизни, конечно, уже не играл и не сыграю, но вот в таком составе. И, конечно, я гордился, что я сыграл в одном турнире с Разуваевым. Я думаю, что не все могут похвастаться.